Льготный заем по ставке до 10% годовых. Не первый год в регионе действует государственная микрокредитная компания для субъектов бизнеса. Она создана в целях поддержки развития предпринимательства. Организация представляет льготные займы по выгодным ставкам. Максимальная ставка – 10%. Такие приоритетные категории, как лица старше 45 лет, молодые и социальные предприниматели, бизнес-леди могут претендовать на заем со ставкой 5-6%. Микрокредитная компания, она действует не как коммерческий банк, учредителем ее является правительство Нижегородской области. И, соответственно, процентные ставки начисляются в целях более выгодных условий для субъектов предпринимательства. Эффективная процентная ставка является гораздо ниже, чем 10%. То есть переплаты минимальным. Чтобы получить заем, нужно иметь хорошую кредитную историю. При этом не должно быть задолженности по налогам. Займы целевые. Взять деньги предприниматели могут на приобретение оборудования, коммерческую ипотеку, автозаем или рефинансирование действующих кредитов. Ставка Центрального банка у нас растет. В кредитные проценты на кредит в коммерческих банках тоже, соответственно, растут. То есть, если у предпринимателя есть действующий именно предпринимательский займ в коммерческом банке, он может его рефинансировать совершенно спокойно. Пакет документов, конечно, объемный, но вполне заполняем для субъектов предпринимательства. Срок кредитования до 36 месяцев. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. На сумму до 1 миллиона рублей необходимо поручительство, если сумма кредита до 3 миллионов – уже залог, движимое или недвижимое имущество. При займе от 3 до 5 миллионов – только недвижимое имущество. Этот займ очень популярен среди субъектов предпринимательства. Многие саровские предприятия уже активно им пользуются. Часто мы наблюдаем ситуацию, когда есть сезонные планируемые продажи. Можно взять этот займ, приобрести какие-то товары для дальнейшей перепродажи и очень быстро его погасить. Микрокредитная компания помогает и самозанятым. Так они могут занять до 100 тысяч по ставке 10% без залога, до 200 тысяч с залогом по ставке 8%, либо до 500 тысяч с залогом или поручительством по ставке 6% годовых. Еще нюанс. Отличительная особенность от коммерческих банков, что может этот кредит, этот займ получить предприниматель, который действует менее года. Тот, кто находится только на начальном этапе. То есть это хорошая возможность получить стартовое финансирование на льготных условиях. В этом случае к пакету документов добавляется только бизнес-план. Оформить документы и узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно в Центре поддержки предпринимательства по номеру 99264. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.